Есть у нас традиция. Узнещик. Привозить подарки не только себе, но и вам, дорогие телезрители. Из всех заказов в соцсетях мы выбираем самые оригинальные и находим их. Хочешь одеваться, как я? Друзья, моя самая любимая рубрика – подарок зрителю. Сообщение от Даврона Каримии. Привет, привезите мне, пожалуйста, одну банку земли. Даврон, у меня в детстве была подруга Аня Сидоренко. Мы с ней понарошку играли в дочки-матери. И я ей оставила, я была мама, она дочка, я ей оставила банку земли такую, накопала в песочнице и сказала ей, ешь кашу, это каша, я скоро приду. Я ушла, вернулась, а она ела кашу. Ну, точнее, она ела землю. И это было не понарошку. Даврон, это, во-первых, не оригинально, во-вторых, цепляет за живое. Это вообще победитель. Это очаровательная девушка в красном, которую зовут Влада Зверева. Маша и Антон, привет! Лучше вас на свете нет. Если будете в Панаме, привезите мне или маме ожерелье из того, чтобы счастье заглянуло до Панамы далеко. Нам добраться нелегко. Вся надежда лишь на вас. Верим всей семьей мы в вас, Влада. Хоть вы и не первые отправили заявку на ожерелье из того, ну и вообще на изделие из того, именно вам я хочу привезти этот сувенир. Потому что вы знаете, вложили свой креатив, написали стихотворение. Вот таким образом, друзья, из-за творчества вы и победили. Поэтому берите пример с Влады, а я, Владочка, для вас отправляюсь покупать ожерелье из того. Когда я впервые увидела все эти цветные фигурки, я подумала, что они из пластмассы. Но оказалось, что все эти зверюшки сделаны из ореха табуа. Он растет на пальме, здесь, в Панаме. По мне, выглядит как картошка обычная. Обычная картошка, но это не картошка, это орех. Когда-то индейцы из него делали расчески и пуговицы. Ну а теперь только сувениры для туристов. В большинстве случаев это самые разные зверюшки. If you use to your imagination, but you can put this nuts. Почему это так популярно? Почему все так хотят? I'm sorry. Руки, знаете ли, как моя мама говорила, не с того места растут. Similar to the stunt. Вот во время этого невольного эксперимента я только что убедилась, что ни одна лягушечка не пострадала. Прочный материал. Вот. И теперь таким образом судьба сама ответила мне на вопрос, почему все так хотят сувенир из этого материала. Потому что, во-первых, он напоминает слоновую кость, во-вторых, он очень прочный, ну и выглядит приятно. Поскольку такие изделия в Панаме делают многие, лучшие мастера пытаются превратить орех в тончайшее произведение искусства. Ну вот из всего этого многообразия, друзья, мне больше всего нравится краб. I like crab. Он смешной хотя бы. Пересосо! The lazy guy. Я нашла пересосо! Это ленивец. Он тут очень странно выглядит. И очень, очень странной позе. Но, кстати, он может быть классной подвеской. Посмотрите. Не, ну это очень стебно, мне кажется. What do you think? My friend Vlada will like this? Yeah, because it's a special mean. Mm-hmm. Yeah, because... Two things, and this necklace. I say, well, it's okay. Don't hurry. Don't hurry. Yeah. Влада, вот почему мы покупаем вам эту подвеску, потому что. Воу, полегче, не торопись. Это пересоса висит на твоей шее. Просто посиди, подумай еще, стоит ли тебе делать это или не стоит. Вот такой стих без рифм получился. В общем, Влада, это вам из ореха тагуа. Don't worry. Don't worry. Be happy. Yeah.